Знакомьтесь, Белозор Наталья Николаевна, преподаватель детской школы искусств города Видное. Стаж ее музыкально-педагогической деятельности более 40 лет. За эти годы она научила не один десяток детей не только исполнять музыку, но и всей душой полюбить ее. Моя педагогическая деятельность началась на школьной улице, дом, где сейчас отдел культуры, короче говоря. Вот там началась моя педагогическая деятельность в маленьком классике, в крошечном. Первые мои ученики – это очень приятные воспоминания. До сих пор я даже помню свою первую ученицу – Танечку Токарь. Сейчас уже взрослая женщина с тремя деточками. Видное – это мое отечество. Здесь я пошла в школу. В 6 лет меня мама привела в музыкальную школу. Я попала к очень хорошему педагогу, Искович Лилии Ефимовне. Очень хороший педагог, который зарядил меня любовью к музыке. Очень эмоциональный, яркий, красивейшая женщина, на которую я всегда смотрела с любовью и с восхищением. Восхищение вызывает и мама Натальи Николаевны, Белозор Изабелла Викентьевна, которая в свои 90 лет не утратила интереса к жизни. Она часто присутствует на уроках, и именно она разглядела в дочери музыкальные способности, умение общаться с детьми. Сашенька Винокурова, 3 класс. Она сыграет Чайковского вальса. Сейчас музыкальные занятия проходят в новом здании детской школы искусств, которая была открыта в 2011 году и стала настоящим дворцом творчества. Первый раз, когда я пришла сюда, на экскурсию меня привели. Я вам честно скажу, я не спала ночь. Я была под таким впечатлением сильным. Меня потрясло все, что я здесь увидела. Эти колонны, этот мрамор, эти рояли, эти залы. Мы об этом не мечтали. И, конечно, остается только соответствовать этому зданию своей работой, своими успехами. Многие ученики Натальи Николаевны занимают призовые места на различных конкурсах. Саша Береженко в школе начал обучаться с игры на ксилофоне. Увлекся джазовой музыкой, которую нельзя постичь без базы классического музыкального образования. Теперь студирует фортепиано. Достиг определенных успехов. Сейчас готовится к очередному зональному конкурсу. Многие ученики Натальи Николаевны после окончания музыкальной школы выбирают своим жизненным кредо музыку, становясь профессиональными музыкантами. Я уже в какой-то степени их считаю своими коллегами, но я не могу сказать, что их огромное количество, этих моих профессионалов, но есть дети, которые уже закончили колледж музыкальный. Одна девочка после музыкального колледжа, Равилова Алина, она поступила в ВГИК на звукорежиссерский. Вот она на 4-м курсе. То есть музыка ей помогает. И поступала она с какими-то детскими передачами, у нее был экзамен. Она делала, оформляла музыкальную часть. То есть все это девочке пригодилось. Она попробовала поработать в школе, но поняла, что ей нужен другой простор. Мальчик один, Георг Дерцан, у меня очень талантливый мальчик. Он сейчас заканчивает колледж при Московской консерватории и собирается поступать в консерваторию. Эти дети мои уже коллеги. Вот я уже мальчика могу пригласить
к себе и даже посоветоваться, а что и как бы ты сделал. И это очень меня радует. Окончившие музыкальную школу ребята не забывают своего педагога. По мере возможности приходят на вечера встречи выпускников. Кого-то я даже не узнала. Зашел Саша Миникас, стоит дядя. И я смотрю, никак не могу понять. Я говорю: простите, а чей вы папа? И он мне вдруг говорит: Наталья Николаевна. И я понимаю, что это Саша Миникас, с которым мы расстались, когда ему было 11 лет. Сегодняшние ребята тоже задумываются о том, чтобы посвятить себя творчеству. Атмосфера класса, созданная руками преподавателя, с мини-галереей портретов детей художников мировой живописи, создает предпосылки для духовного роста. Меня очень радует то, что они хотят заниматься профессиональной музыкой. Потому что сейчас так много вот каких-то проблем, которые меркантильно решаются. Ну, не все могут работать в банке. Это совсем не обязательно. А музыканты, как говорят все музыканты, это штучный товар. Их мало. Даже в консерватории, в классах там 10-11 человек. Это не группы институтские там по 100 человек и по 70. Поэтому я считаю, что вот это очень важно передать. И, конечно, я испытываю огромную радость от того, что эти дети хотят дальше профессионально обучаться. Как всегда, после занятий перед конкурсом Наталья Николаевна проводит обсуждение игры каждого и дает напутствие всем, ведь им выступать на сцене не только перед членами жюри, но и перед всеми, кто будет на концерте. Что желаю вам донести все до публики, сыграть удачно, постараться держать себя очень хорошо на сцене. Воли я вам желаю, прежде всего, волевого характера на сцене. Без воли ничего не получается. На сцену выходить трудно. Вот я вам желаю воли. Наталья Николаевна за годы своей творческой трудовой деятельности имеет много наград. Но самый главный из них считает любовь своих учеников. Я счастливый человек, потому что я занимаюсь тем, что я очень люблю. Я люблю этих деток, мне с ними очень интересно. Мне интересно с маленькими, которые приходят там, вот сейчас у меня маленькая пятилеточка. Мне с ней интересно, я как бабушка с ней. С кем-то я как сестра, потому что они вырастают на глазах от 6, глядь, уже и 16. И вот это ощущение души, что ты нужна, и тебе есть что дать, это, наверное, счастье.